Путешествуя по Казахстану, мы нашли разрушенный поселок, в котором есть всего один жилой дом. И знаете, кто в нем живет? Рядом со мной бронзовый чемпион Азии по вольной борьбе. Ассаламу алейкум. Это село в Павлодарской области, в Кызылтау, когда-то было процветающим. Тут были клуб, колбасный цех, школа, спортзал. Вот эта вот баня была, вот она стоит. Посевная площадь почти 10 или 15 тысяч посевной площади. Но в один момент все жители уехали. Остался только отец Саятбека. Я был удивлен, что Саятбек Укасов, бронзовый чемпион Азии по вольной борьбе, живет тут. Чакарта Палимбанг. Беларусь, это Азербайджан, это Балга. За свою карьеру он объехал весь мир, но после все же решил вернуться вместе с семьей на родину и теперь занимается животноводством. Наша земля как бы предки, если так взять. Говорит, что не жалеет. Счастлив, что находится на земле своих предков. Это кто? Это мой сын. Ух ты. Арай.